Знаете, главное, чтобы утро начиналось с улыбки. Че, папа ушел? Да. В нашей семье есть очень хорошая традиция. Каждую субботу я готовлю утром детям сырники. Мои дети очень-очень их любят. Особенно муж. Сегодня у нас с мужем годовщина. Так что сегодня будет столько романтика. Ждите все в сторис. Люблю вас. Сегодня я хочу рассказать, как мы познакомились с моим мужем. Это было 8 лет назад. А мы... Что-то новое. И он подошел. Алло. В смысле не приедешь? Я же тебе говорю, я не успеваю. Я уже в сторис сказала, что у нас сегодня романтик. Да ты лично выбираешь только работу. Да я просто могу взять его и выбросить. Где? Алима, Мади! Алима! Здесь ребенка, маленькую девочку и маленького мальчика. Хочешь нас выбросить? Ты же, я про телефон говорила!